В Италии Николай Васильевич знакомится с Александром Ивановым. Писателя и художника свяжет тесная дружба, основанная на религиозной почве. Гоголь поучаствует в создании концепции монументального полотна Иванова «Явление Христа народу». Также поучаствует и натурщиком для этой картины. Есть предположение, что фигура ближайшего ко Христу написана с портрета Гоголя. Об этом говорит нехарактерная для того времени земной жизни Христа форма прически, усов и бороды. Всего в Италии Николай Васильевич проживет около 6 лет. В целом в Европе пробудет около 10 лет. Когда окончательно решит вернуться в Россию, он совершит паломническую поездку в Иерусалим по святым местам. Перед этой поездкой он сам сочинит молитву для себя и своих друзей.